Яндекс Ньюс. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Да, епископ, вы недавно начали занимать этот пост. Как себя чувствуете на новой должности? Да, что вот изменилось? Это произошло 4 мая, когда да. было рукоположение. Конечно, я уже священник 20 лет, служил и в духовной семинарии, служил в католической гимназии, служил в кафедральном соборе. И сейчас, последние вот 8 лет, в церкви Марии Магдалены в Старой Риге. И был всегда рядом с епископом Збигнєвом Станкевичем. И, значит, Святой Отец принял такое решение и выбрал в епископы. И, конечно, я дал послушание церкви и принял и с радостью это служение. Это только вот третья неделя. Конечно, надо учиться, как всякому призванию. То есть с определенными трудностями сейчас пока что сталкиваетесь? Может, не трудности, но я хочу сказать, что я очень рад, что рад. И это как бы такие новые возможности, но в то же время ответственность, и в то же время я продолжаю повседневную работу. У нас служба утром, вечером, люди приходят. Готовляться к браку, крещение, так что, ну, повседневная работа. Сегодня мне еще в Крестьянское радио в 12 часов, это тоже я где-то, может, уже 15-16 лет делаю. И всегда такая, ну, радость, если Бог призывает, надо говорить «да», и потом уже, я бы не сказал, что такие трудности, но новые вызовы такие, да. На епископа уже люди смотрят иначе. Ты уже не принадлежишь только одному приходу, но как епископ ты уже должен, ну, как сказать, проповедовать веру, ее защищать и быть в служении всему Божьему народу. Да. Ну вот о вызовах вы как раз сказали. Напомню, да, о таком трагическом событии во время пасхальной службы в католических храмах на Шри-Ланке. Сотни человек погибли. Как Латвийская католическая церковь восприняла это? Знаете, это, ну, не первый случай, очень часто, но, конечно, эта страна Шри-Ланка, это, я слышал то, что, ну, уже католические богослужения там не происходят, потому что ситуация очень накаленная. Мы знаем, что это не только жители Шри-Ланки, но много тоже туристов, которые, много паломников, даже известные люди, которые там погибли, и не только эти взрывы были в церквях, но тоже в гостиницах. Да. Например, один человек, который был на рукоположении, находился именно в это время в гостинице. Он не пострадал, но, как он свидетельствовал, конечно, для христиан там очень-очень трудно. Как сказать, такая нагнетонная ситуация, да, фундаментализм. И, ну, люди страдают. И я хотел бы сказать, что христиане в довольно многих странах страдают, и эти страдания часто, ну, заканчиваются такими жертвами, да, когда люди... Здесь, я думаю, то, что очень особенно, что при молитве, и особенно в такой пасхальном времени, как вы сказали, что для людей, что такое, это очень свято, очень важно, и когда они теряют, отдают свою жизнь за Господа, как мученики, я думаю, что это показывает, как сказать, накаленность ситуации, что мы должны искать диалог и как-то на всех уровнях говорить, потому что гибнут невинные люди, дети, семьи, которые пришли просто на богослужение. Но исламская угроза – это вызов сегодня для католической церкви в том числе? Знаете, ислам очень разнообразен. Есть, я довольно долго жил во Франции, вот учился, да, как раз. И там я изучал ислам, там не только я знал теорию, но встречался с людьми, с верующими людьми, и они говорили, ну, нету ничего общего с таким, с этими аттентатами, которые делают это просто очень часто, ну, такой фундаментализм, или эти люди, как бы, ну, слепые, они не по вере идут, а просто они хотят добиться своих, как бы, намерений. Радикально. Радикально, да. Ислам не проповедует насилие, так сам ислам говорит. Я думаю, есть некоторые страны, где люди живут в большом мире. Например, я был в Либане, да, например.
Там очень хорошее и содружество, и общая молитва. Как-то, я думаю, что не надо, чтобы религия стала политической силой, и не надо, чтобы политика использовала тоже религию, чтобы накалять ситуацию. И поэтому мы должны как-то бодрствовать в этих вопросах. И думаю, что Европа тоже что-то должна сказать, потому что в Европе очень довольно много строится храмов мусульманов. И мы должны жить дружно, потому что вера должна нас менять к лучшему, а не наоборот. Вот вы сказали интересную вещь, что мы должны бодрствовать в этих вопросах. Вот что касается, не на государственном уровне, если говорить, а что касается нас с вами, как можно противостоять этому злу, на ваш взгляд? Во-первых, мне кажется, мы должны молиться за эту ситуацию, что мы стараемся делать. Во-вторых, есть диалог. Диалог не только между конфессией, экуменический диалог, но есть диалог между религиями. И там, например, Второй Ватиканский собор уже довольно точно выразил свое отношение, потому что три религии, иудаизм, мусульмане и католики, поклоняется одному Богу, есть очень много общего, да, и мы должны это как-то лучше познать. И я думаю, что ситуация в Шри-Ланке связана с политической ситуацией, эта страна довольно закрыта, есть внутренние проблемы, и когда все это не налажено, я думаю, такие ситуации, они могут создаться. Как-то, я думаю, мы должны вместе решать, заступиться, выразить свое отношение и как-то помочь. Я думаю, может, тоже мы должны лучше понять ислам. И просто в этом случае мне трудно поверить, что это из-за веры люди делали. Я думаю, что там какие-то политические намерения или месть, или что-то другое. Ввиду этих трагических событий сейчас в Европе, на ваш взгляд, в частности, в Латвии, определенные стереотипы в отношении мусульман, они присутствуют? Я думаю, что и присутствуют, да. Потому что у людей нет контакта с мусульманами, и они запуганы. И я вижу, что же в Европе, как мусульмане чувствуют запуганы, потому что на них тоже смотрят искоса. Не только в этой стране, в Шри-Ланке, но тоже, например, была ситуация, когда мусульмане убили католического священника, там при службе, например, да, это на севере Франции было, знаю эту очень ситуацию. Конечно, потом пришлось очень долго встречаться с этим людям, которые живут вместе, потому что ситуация совсем другая, потому что если люди исповедуют свою веру, если мечети рядом, тогда они более понимают и знают друг друга. Здесь, я думаю, есть стереотипы. У нас тоже в Латвийском радио были встречи один раз в месяц, где мы встречаемся с имамом, где мы разговариваем. Я думаю, это что-то такое хорошее, потому что мы видим, что можем сидеть вместе у стола и делиться с этим. Я думаю, что тоже мы должны как-то лучше понять этих людей. Если мы просто, вижу в некоторых городах во Франции, в Марселе, в Париже, если нету диалога, если просто все люди закрываются, там даже, знаете, полиция не может помочь иногда, ситуация такая накаленная. Я думаю, что здесь проблема тоже в политике интеграции. Людей не только надо интегрировать так в обществе и помочь им интегрироваться, но тоже я хочу сказать, что это религиозная интеграция. Она очень важна. Понять, с каким мировоззрением, что для человека очень важно. Мы видели, как это было в Париже, да, некоторые такие, как сказать, после того, как были карикатуры сделаны. Шарли. Да, тогда видим, что люди были тронуты. Конечно, это не решение так пойти, но мы все-таки не всегда знаем людей, знаем их парадигмы, чем они живут. И поэтому, я думаю, мы должны как-то изучать, понять лучше людей. В Риге нет мечети, как известно. Есть две общины, где они молятся. Собираются в определенных помещениях. Как вы относитесь к тому, что нет именно мечетей?
Я думаю, это свобода религии. Они могут собираться, если не желают строить. И я не думаю, может, не надо строить обязательно в самом центре, чтобы как бы соперничать с христианством. Иногда я вижу это, вижу в некоторых городах Святой Земли. Но я думаю, что это право человека молиться, прийти в молитву. И я думаю, чем больше мы как бы поймем этих людей, тем лучше мы поможем, чем ситуация как-то может уладиться перед тем, как начинаются какие-то конфронтации. Во-вторых, я говорил с мусульманами, конечно, они смотрят на нас по-другому, надо признать. Они тоже, ну, видят, где мы катимся, если так можно сказать, видят ситуацию наших семей, детей. Они видят, что происходит в школах. У них другое миропонимание, взгляд, мировзгляд на эту ситуацию. И, извините, но они смотрят на нас как ненаверных, да, таких, ну, каких, которые очень часто живут без понятия Бога, без святых. Это наше общество, да, мы такое строили. И они очень часто, ну, не понимают нас, да, почему мы строим именно так. Они, может, не готовы тоже к демократическим принципам. Ну, и тоже надо признать, и я хочу здесь это сказать, что очень часто мы живем так, как будто Бога нету, да. И для них это как бы оскорбление. Говорят, мы не хотим, мы не готовы так жить. И поэтому, ну, своего рода фундаментализм, да, агрессия, и они хотят жить по-своему, да, в нашем обществе. И здесь, я думаю, надо быть и мудрым, не просто раскрывать все двери, но как-то идти и помочь в интеграции. Хотя я не имею много иллюзий, я вижу, как это во Франции, все-таки это две общины, по две цивилизации, да, но вопрос, насколько они могут дружно жить рядом, какие принципы, как они могут расти. И чем больше, я думаю, мы с уважением будем относиться друг к другу, но тоже я бы хотел, как католический священник, я хотел бы сказать, что мы должны понять свои христианские корни. Понимаете, дети приходят из школы, с Франции, да, и спрашивают у родителей, а мы кто такие? Они мусульманы, а мы что, верующие? В чего мы верим? Они просто задают вопросы, потому что дети... Нет силы, не просто нету знаний. Ну, в Европе очень часто, ну, Бог как будто немножко забыт, но для них это очень важно. Они начинают день с молитвы, они много молятся, не всегда они чувствуют, что есть поддержка, есть разные вызовы. Именно там они черпают силу. Ихняя религия дает им иные принципы, то, что касается семьи, детей, работы, места женщины в обществе и в семье. И поэтому мы должны их понять, чтобы помочь, во-первых, и чтобы, ну, приготовиться тем процессам, которые неизбежно будут здесь. Ну, то есть вы считаете, что вот если сравнивать ситуацию во Франции и в Латвии, вот нас ждет именно французский вариант событий, то есть, ну, вот прибытие... Нет, Франция немножко другая ситуация, потому что Франция сама открыла двери, очень много людей из колонии, с Алжира, с Марокко приехали, и они стали французами. Здесь там не было так, беженцев, да, сами французы принимали население. Некоторые села, да, даже были перемещены полностью, да, с пожилыми людьми, им давали работу. В одно время это произошло очень хорошо, но уже мы живем в третьем поколении, и раскрываются обычно какие-то вещи, которые они не предвидели. Я думаю, мы не пойдем по стопам Франции, там все-таки другая ситуация. Но все равно мы должны учиться, может, там во Франции можем лучше понять, ислам, понять этих людей. Потому что, ну, там люди живут рядом друг с другом. Все-таки я бы так хотел. Я жил в юге, такой город Карпантра, где они сами говорят, ну, 1/4 часть из населения, они мусульмане, да? Довольно много для Франции в этом городе, особенно в юге. Ну, люди привыкли, люди идут в школу, даже у нас там есть католические школы, там учатся и мусульмане.
И, значит, ну, преподаватели должны это знать, должны это иметь в виду. Они не изучают христианство, но они в полной мере интегрированы в общество, их не отделяют. Это ведь такая тонкая грань, жить на одной земле, да, опять же, и уживаться на одной земле, да, как вы сказали, на святой земле, это как определенная такая провокация, когда стоит христианский храм и стоит мечеть. Соперничество, наверное, да. Ну, здесь я очень точно хочу говорить о одном месте в Назарете, где большой храм Божией Матери, потому что по традиции она там родилась, именно рядом строилась мечеть. Но тогда все общество протестировало и говорило, ну не можем мы, как сказать, принять то, что рядом буквально будет 20 метров дальше мечеть, пусть это остается парком. Но все равно фундаменты были заложены, парк был сделан, эти работы остановились, но всегда это как бы угроза и напоминание есть. Есть, конечно, я думаю, другие страны, мы не только должны концентрироваться и видеть в мусульманстве, ну, как бы потенциального врага, я думаю, что противника. И противника, да, но мы тоже в церквях, я думаю, должны больше говорить и когда людей приготовить, потому что очень плохо, когда люди закрывают глаза на проблемы, отворачиваются, не хотят знать. Именно тогда нету диалога. И Христос так не делал. Мы должны видеть, как Христос шел к людям. Он не боялся говорить с римлянами, с людьми, которые были в оккупации, в оккупационной ситуации. Они пришли издалека, но все равно он видел в них добро. Некоторые даже много сделали для иудеев. И я думаю, что христианству не надо бояться мусульманов, но надо больше укорениться в благой вести и жить по законам Божьим. Но вот вы упомянули о том, что мусульмане, люди, исповедующие ислам, упрекают в том, что христиане часто забывают свою веру, Бога. А скажите, пожалуйста, вот католическая церковь, ее отношение, ну вот мы знаем, что вот, например, во Франции, в Италии, ну, становится все более либеральным и поддается, ну, может быть, давлению каких-то либеральных идей, это феминизм, это, ну, одобрение принятия гей-браков и так далее. Вот нет ли различий, ну, вот в политике католической, ну, является ли эта политика единой, или, скажем, в Латвии и вот, или в Польше, где очень сильные консервативные традиции, там, семьи, все-таки это не приветствуется? Понимаете, напрямую, как бы, церковь должна дистанцироваться с политики, расскажу, как я это понимаю. Церковь, благая весть, Евангелие – что-то больше, чем политика. Если мы связываемся с политическими силами, то мы теряем силу, миссию, данную Христом. И поэтому, как священник, например, мы в католической церкви не можем идти в политику, например, впрямую, но мы должны помочь людям быть ответственным, понять политические ситуации, понять, какие решения из политики, ну, как бы сказать, затрагивает их, и ну, если политики приняли какой-то закон, да, в какой мере это будет менять жизнь людей. И поэтому, еще раз скажу, это слово от Евангелия, надо бодрствовать, надо быть ответственным, надо тоже любить свою землю, быть, я бы сказал, в хорошем смысле патриотом, и не только говорить, ну, политики такие, а мы живем в другом измерении. И я согласен с вами, что там, где католическая церковь сильнее, вы упомянули, например, Польшу, и немножко в Италию, Испанию, хотя и там тоже проблемы, там эти ценности, они остаются, они, конечно, для некоторых консервативные ценности, но для нас, понимаете, мы не можем смотреть на христианство как консервативное или либеральное, да, христианство для всех людей, обращение к Господу не только к одному или другому крылу, и поэтому
конечно, надо помочь и говорить с политиками, надо проповедовать Слово Божие, чтобы это помогло людям жить и сделать правильные выводы. Но мы не можем, понимаете, политический инструмент взять и пойти и биться только, понимаете, и ждать изменений из-за политиков, да? Извините, я каждую неделю иду в Сайму, иду в Рижскую Думу на молитву, и вижу там политиков, мы с ними разговариваем, они очень намерены делать добро и желают делать добро, но иногда это очень, очень трудно, потому что, ну, видим, есть и коррупция, есть соблазн, да, люди как бы полной мере не готовы думать о общем добре, да, и видеть и ценить каждого человека. И поэтому надо, чтобы помочь, чтобы люди жили по совести, чтобы они вслушивались в голос, который говорит в них, и это голос совести. Надо напомнить тоже, мы не живем вечно на этой земле. Понесем все ответственны, будем ответственны, но... Но согласно религиозной концепции, мы живем для того, чтобы жить вечно. Да, чтобы приготовиться к вечной жизни, да. И с нашими выборами, то, что мы выбираем, это подчеркивает нашу жизнь вечности, да. Все-таки эта ответственность очень важна. Мы видим тоже, как священники, как очень часто... Люди уходят от этого мира, ну, не приготовлены. Они не сделали то, что хотели. Они слишком быстро ушли. Они, может, думали о своих накоплениях и, ну, не сказали то, что они хотели бы сказать. И поэтому, ну, надо жить как-то ответственно и мудро. Тогда я спрашиваю, ну, что и кто помогает жить хорошо? Спрашиваем ли мы каждый у себя, счастлив ли? Когда я встаю утром, что мы делаем счастливым, какие мы приоритеты, да, в нашей жизни. Если чаще мы зададим эти вопросы, я думаю, и мы будем меняться, наши семьи и общество. Но очень как-то часто мы очень торопимся, нету времени, мы думаем, что спасение пойдет через технологии, мы думаем, что надо только рваться вперед. Но человек не живет как-то по внутреннему призыву. И поэтому часто мы обделяем сами себя. Ну вот о взаимодействии и ценностях православный и католик сегодня на территории Латвии может понять друг друга? Я думаю, не только мы можем, но и мы молимся вместе друг с другом, друг с другом молимся. Тоже у меня друзья в православной церкви, сам преподавал в христианской академии, и на ординацию, на службу тоже был епископ православный Янис Сичевскис. Так что у нас очень крепкие связи с православной церковью, потому что тысячи лет у нас одна история, одни святые, и сейчас мы поддерживаем друг друга. Так что, я думаю, если вы не спрашиваете, какая самая близкая конфессия у католиков, тогда, конечно, православие. В теологии нету больших таких споров, которых нас бы отделяют, потому и те же таинства, также служение, понятие о Слове Божьем. Так что мы, ну, очень, я думаю, близки. Особенно я эту близость видел на Западе, в некоторых странах, в Либане том же. Тогда люди даже почитают святых с одной и с другой конфессии, они принимают участие. И сам, например, есть ведь и общие святые. Да-да, именно. В тысячи лет, первых тысячелетия все святые общие, да. Скажите, вот вы упомянули о том, что вы общаетесь с политиками. Вот взаимоотношения политики и религии. То есть может ли, ну вот, политик, который, ну, мы все знаем, что он часто дает невыполнимое обещание, просто чтобы за него проголосовали. То есть он берет, ну как бы, он грешит, потому что он обещает то, что он не может сделать. Вот может ли быть, ну, политика и религия вот вместе совместимы, да? Очень хорошо сказали, что, ну, именно человек может грешить, если он врет людям. И я думаю, ну, на политиках, когда мы смотрим, мы видим, что это очень часто бывает так, что способ, как они добываются своей цели,
очень часто, ну, там не прозрачен, да. И если церковь идет за ними, если церковь начинает путаться в политическую жизнь и принимает инструменты политические, тогда она не на правильном пути, я так считаю. Потому что Иисус довольно четко сказал: «Отдай кесарю кесарю, отдай Богу, что Богу». Ну, то, такой самый простой принцип. Но все-таки, если мы изучаем Евангелие, то мы видим, как Иисус довольно четко сделал этот рубеж. И просто мы должны тоже учиться от истории церкви. Тоже должны учиться от деяний апостолов, как люди проповедовали. И поэтому... Ну, если церковь начинает идти в политику, да, в таком понятии, как иногда здесь это было, то я думаю, что... Понимаете, ну, я один пример. Ну, если священник хочет стать там президентом или политиком, ну, тогда немножко надо все-таки определиться. Если ты был с паствой, то в этот момент ты говоришь как политик или как пастор. Ну, как мы должны тебя слушать? И я думаю, что тогда люди могут быть немножко обмануты. И ты можешь использовать свое положение и как-то, ну, уже не проповедовать чистое Евангелие, потому что ты связан с политической силой. Ты пришел и говоришь с людьми, и есть какие-то тебе цели. Ну, а где ведь Евангелие? Где, в принципе, ведь Евангелие для всех одинаковые? Ну, вот, возможно, и сохранить эту чистоту в политике. Для политиков это очень трудно. И не тоже в храм приходят и политики, и министры. Мы стараемся, я думаю, что, во-первых, если они уже молятся, если они приходят в храм и хотят обратиться, это вижу уже какие-то изменения, но никогда мы не хотим дать возможность, чтобы церковь, чтобы кафедра стала место для политических лозунгов. Я думаю, самый часто задаваемый вам вопрос и со стороны паствы, и, наверняка, и от журналистов, почему происходит все-таки зло в мире, и каким образом, ну, вот, сделать так, чтобы всем было хорошо, почему не может вот наступить наконец то время, когда добро не будет достигаться за счет других, потому что наверняка политики, которые хотят сделать что-то доброе для одной части населения, не думают, что, может быть, эти какие-то их действия, ну, нанесут ущерб другой части. Я думаю, что есть люди, которые достигли совершенства, они пришли к душевному покою, они жили пророчески, они оставили пример для всех. Я скажу несколько слов. Ну, например, мать Тереза с Калькутты. Сегодня в Франции люди прощаются с Жаном Ване. Он создал такую общину, чтобы помочь инвалидам. Он жил с ними. Очень такое большое движение в течение 50-60 лет, которое изменило общество во Франции, не только в Канаде, в Европе эти дома. Такой, по-французски это арш, такое движение, где просто люди, у которых есть дома дети, например, с инвалидностью, они собираются вместе, друг другу хотят помочь, бороться за свои права. И этот человек, Жан Ване, в большом возрасте, больше чем 90 лет, он умер, и сегодня похороны. Мы видим, как эти люди, которые были с верой, которые хотели изменить ситуации, ну, добились очень много, потому что они жили по Божьим принципам. Я бы ответил на ваш вопрос: нету этого счастья, потому что мы еще не обратились. И это говорю сам себе тоже. В полной мере я еще не живу так, как Иисус учил. Я не иду по пути святости. Я еще слишком в своих принципах, понятиях, еще благая весть Евангелия не преобразила меня. Ну и тогда, если этого еще нет, я должен стараться в служении, в молитве, в чтении Библии. Значит, есть какой-то, ну, путь совершенства, который дан Евангелием, и это мы называем
наследовать Христу, идти за Христом, жить по Слову Божьему. И тогда, я думаю, если человек меняется сам, меняются люди, которые вокруг его, меняется семья, меняется тоже общество. Этот путь Евангелия, это принципы Евангелия, поэтому я бы сказал, что так мы должны идти вперед и тоже не забывать, что мы не можем построить рай на этом свете. Человек не будет жить вечно здесь, на этой земле. И все-таки человек должен думать и приготовиться к вечной жизни. И помочь тоже другим приготовиться, жить ответственно и понять, что у человека ведь так много дано. И здоровье, и природа, и близкие, да, и знания, и способности. Всегда ли мы делаем то, что мы бы смогли сделать лучше в каждой ситуации? И если мы это чаще будем задавать, мы увидим, что мы сами начнем жить лучше, и будет больше счастья, да, больше будет радости. Ну, достигнуть совершенства возможно, или идеал все-таки на в этом? Мы должны стараться. Потому что Евангелие говорит, Иисус говорит, живите свято, как мой Отец свят. Так совершенство будет на небесах, но думать о совершенстве, это, я думаю, один из ответ к вашему вопросу. Поскольку у нас очень мало времени, еще хотелось бы с вами обсудить важные темы. Вот одно еще громкое печальное событие произошло, это пожар в соборе Парижской Богоматери. Для многих этот собор, это символ католицизма, и все-таки, несмотря на то, что большая часть говорила о том, что это потеря в религиозном смысле, да, ну и в культурном, в принципе, смысле, да, и практически вот появилась такой флешмоб появился, практически каждый, кто был в этом соборе, во время, ну, после случившегося, начал выкладывать определенные фотографии в соцсеть, что вот, я тоже здесь был, и с определенным таким скорбным текстом. Но среди всей этой такой всеобъемлющей скорби появились и те, кто сказал, что, ну, надо жалеть людей, а не постройку. Вот о ценности зданий, вот что вы думаете? Очень спасибо за этот вопрос. Мы следили очень близко. Еще в начале марта я был в этом соборе. Каждый раз, когда я во Франции, я его люблю и продолжаю любить. Там же служил как священник. Во-первых, очень хорошо сказали, что, ну, люди, самое главное, не храм. Но все-таки это очень важен исторический символ. Ну, поэтому, например, католическая церковь, ну, написала епископу, французскому архиепископу Опети, с таким, ну, выражением соболезнования, да, что мы молимся за вас, и начинали с ним собираться пожертвования. Вот именно в эту субботу у нас будет тоже в концерт в кафедральном соборе, катедраль катедралю, да, в помощь одной церкви другому, да, и там все дипломаты тоже придут, я так думаю, и мы хотим как-то конкретно не только так скорбить, не только так оставаться в теориях, да, но что-то сделать конкретное, как-то помочь этим людям. Конечно, очень много теорий, и вы знаете лучше, чем меня, то, что в интернете, как это и почему это произошло. И я согласен с вами, что это символ не только во Франции, но символ Европы. Больше 14-15 миллионов людей посещает там. В день 50 тысяч, да, проходит через эти двери. И люди не только приходят, чтобы молиться, чтобы посмотреть, чтобы быть там, чтобы сфотографироваться. Я думаю, то, что я знаю, что французы в течение нескольких лет хотят отстроить. Это все-таки вызов всей нации. И они говорят, это не только нация, но это Европа. И очень хорошо, что Европа это поняла и хочет помочь в этой ситуации. Я знаю, что приход, значит, Божьей Матери уже собирается в другом месте. На Большую Пасху, на четверг, тоже все священники были в другом соборе Сан-Сульпис, да, только там эта встреча была. Так что думаю, что французы, ну, начинают справляться. И то, что нас очень удивило, что то, что произошло,
можно было быть гораздо хуже. Все-таки церковь не развалилась, например, орган остался в очень хорошем состоянии. Да? Это будет большие работы, потому что, когда тушили этот пожар, они имели в виду, что надо, придется его спасать. И его охлаждали, не только лили воду просто, да. И сейчас первый вопрос, что ее надо высушить, как кафедраль, да. И надо остаться на некоторое время, чтобы понять. Там есть тоже и сталажи, да, 500 тысяч тонн сталажей, которые все как бы сплалились. И это тоже помогло церкви остаться на месте, не развалиться, да. Так что все не разрушено. Самые большие ценности тоже были спасены, вынесены. И, так говоря, с священниками из Парижа, да, они оптимисты. Они говорят, что мы сделаем это, и будет еще лучше, да, и функциональнее. Но это урок для нас всех. Ну, число посетителей выросло, по крайней мере, после пожара. И тиражи, ну, по крайней мере, тиражи взлетели, да, к книге Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Как-то раньше до этого не проявляли такого интереса. Вот именно тогда, как говорится, когда тревога, тогда до Бога, да. Высказывание такое. Да, ну, пора уже нам заканчивать. Все-таки еще одну тему хотела бы с вами обсудить, если можно, наверное, хотя коротко здесь, наверное, невозможно, но так или иначе, вот что касается скандалов, сексуальных скандалов в католической церкви. Папа Римский жестко осудил подобное, да, и в том числе и зверские действия в отношении монахинь. Как вы считаете, почему подобных таких громких скандалов, по крайней мере, мы не слышим о других конфессиях? Может, они еще не готовы посмотреть на себя? И я думаю, что об этих вещах надо говорить, но, может, тоже есть способ, как говорить, потому что мы не должны... ну, как сказать, ломать веру верующих людей, потому что каждая информация – это тоже позицирование. Я говорил священникам тоже в Польше, и с ним служу, он говорит, ну да, ну там на 500 тысяч священников, которые жили, есть 7 случаев. Не надо уменьшать зло, которое было, и это надо назвать, но все-таки мы должны говорить о правильных пропорциях. Он сказал такой пример, ну, упал самолет, да, все люди волнуются, да, ищут причину, но никто не говорит, что так десятками тысяч самолеты летят, да, и они продолжают транспортировать людей, должны служить. Конечно, из ошибок мы должны учиться, и я очень рад, что папа Франциск очень не только требовательный, но в епархии, например, во Франции, в каждой в округе, да, сделаны комиссии, где люди могут пойти прямо, выразиться, сказать, написать, и их будут слушать. Не так, что, может, раньше 20-30 лет церковь больше старалась, чтобы люди не говорили, даже, может, мы были готовы заплатить, чтобы вся эта проблема была таким образом решена. Да. Я думаю, что мы пришли к этому моменту. То, что это не только в католической церкви, мы это, ну, тоже осознаем, но это, как сказать, не снимает ответственность. Мы не хотим показывать на пальцы, но хотим разобраться сами с собой. Но есть тоже хорошие новости. Только что утром читал, что вот папа детей развозил в папа-мобиле, да, по площадке детей, которые были с разных стран. Так что я думаю, что есть и позитивное. Мы не должны только остаться на грехе, но тоже видеть, что есть Божья благодать, что есть Божья милость, прощение и тоже ответственность. Мы не можем просто закрыть на эти случаи глаза. Мы должны изучать их, понять, где причина. И, я думаю, просить прощения. Да. Ну, я еще просто хочу сказать, в Латвии нет тут таких ситуаций. Если одна ситуация была в Резекне, она еще не ясна. Да, это еще 4 раза уже меняется, как сказать, обсуждение, подозрения. Да. Никто не может сказать, уже перед суда еще не было, да, но уже так много мнений, уже так протесты, демонстрации, да. Видим, что как-то люди неправильно подошли к этому вопросу.
пожилой, старый человек, мы узнаем истину, это придет. Но надо было бы создать такой шум. Еще один пример, да. К нам начинают интересоваться, что мы там в церкви написали, что-то епископы сказали, что мы должны ответственно относиться к выборам, за что голосовать. Не было ни одной партии, ни одного имени, все-таки некоторые структуры начинаются волноваться. Слушайте, если меня остановил инспектор-гаишник на проверку документов, это не надо кричать на всю Латвию, что священника или епископа остановили. Ну, остановили, хорошо, посмотрим, надо делать свое дело. Но мы как-то, знаете, иногда, извините, что я, может, к журналистам это скажу, но мы как-то не добираемся до корней, и уже у нас есть мнение, мы это начинаем, вот перед передачей вы тоже говорили, что как-то не хватает времени, информации, чтобы глубже пойти. Мы живем очень так поверхностно, потому что информация приходит, уходит. Но все-таки в людях, да, которые это слушают, она, ну, остается. И люди позицируются. Мы начинаем делать какое-то мнение, строить внутри. И я думаю, что, ну, Евангелие 2000 лет уже проповедуется. И если мы будем верны к этим принципам, мы, как сказать, ну, будем жить лучше и правильнее, да, и поможем друг другу. Я не вижу другое учение, которое нас может спасти и помочь сегодняшнему человеку. Ну что ж, хорошее, да, мне кажется, завершение, да, нашей сегодняшней беседы. Спасибо большое. Епископ Андрис Кравалис сегодня был в нашей студии. Спасибо вам большое. Спасибо. Пусть вас благословляет. Спасибо.